Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить сухарики в домашних условиях. В этот раз я их готовила для салата «Цезарь», но также они прекрасно подойдут для любых других салатов, супов, супов-пюре, к пиву или похрустеть просто так. Для приготовления я буду использовать багет, можно использовать любой белый хлеб, батон, даже вчерашний. Багет нарезаем на небольшие кусочки, у меня в этот раз багет свежий, поэтому я корочки не убирала. Если же у вас багет или батон не свежий, то корочки желательно предварительно убрать. Нарезаем на кусочки примерно вот такого размера, не слишком крупные и не мелкие. Подготавливаем противень, застилаем его силиконовым ковриком, либо пергаментной бумагой. И перекладываем нарезанный хлеб на противень. Немного разравниваем руками, чтобы получился один слой, и каждый хлебушек у нас полностью пропекся. И теперь осталось самое простое. Хлебушек хорошо солим. Соль, перец, специи, все это, конечно же, добавляйте по вкусу. Я в этот раз присыпаю сухарики прованскими травами. Отдельно добавляю орегано, базилик и сушеный чеснок. Можно приготовить сухарики совсем с другими специями, например, с паприкой. Я готовлю для салата «Цезарь», поэтому с прованскими травами получается очень-очень вкусно, и такой вариант прекрасно подойдет. Чеснок тоже можно добавлять или не добавлять. Можно выдавить 2 зубчика свежего чеснока. И в самом конце поливаем сухарики оливковым либо любым растительным маслом. И отправляем в ранее разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Запекаем до золотистой корочки. Наши сухарики готовы, получились они вкусные, ароматные, хрустящие, золотистые. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.